Всем добрый вечер. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Мы главный тренер команды «Екатеринбург» Андрей Викторович Назаров. Главный тренер команды «Динамо» Владимир Анатольевич Воробьев. Традиционный тренер команды «Россия» Андрей Викторович. Спасибо. Ну, хочу поблагодарить команду свою. Тяжелый был матч. Много игроков на составе получили травму. Рад, что молодые ребята вышли. Сыграли на должном уровне, сыграли, как я попросил. Так, в целом, наверное, назову это проблемой малобюджетных клубов, когда три основных игрока получают травму или неодержание, ты в жопе. Но рад, что мы сегодня выиграли игру. Спасибо. А добрый вечер. Екатеринбург с победой, в принципе, неплохо начали Европу, евреи. Со счетом 2-0, да, наверное, это... Как и в прошлой игре, второй период полностью провалили. Противник нас полностью переиграл. 27 бросков получили наши ворота. Будем разбираться, почему так происходит, почему у нас идут недоработки, почему у нас идут удаления. Трудно, тяжело, конечно, да, сейчас разговаривать с ребятами, но другого пути у нас нет. Нужно опять учиться играть правильно. Опять 60 минут. Все то же самое. Спасибо. Спасибо. Ваш вопрос, мы забываем представляться. Спасибо. Владимир Анатольевич, но все-таки после первого периода вчера опять вышли. Противник добавил, стали ошибаться, противник стал агрессивнее играть, стали допускать ошибки, которые привели к удалениям. Потеряли контроль. Предупреждали, говорили, что да, надо проще сыграть в средней зоне, но, к сожалению, в своей зоне, к сожалению, не получили. Да. Перестали работать. Реально перестали работать. Еще вопрос? Черноматов, что Терещенко небольшое повреждение, и следующий его суфлой будет играть. Может, эмоциональный комментарий игры Волгина? Вы знаете, он долго сидел, старался сегодня, и как вы заметили, второй период, наверное, просто удался, где-то получилось, и, наверное, он посчитал, что он может сыграть еще лучше. И тут, допустим, ошибка, я просто ему напомнил, что он силен, когда он играет в обороне, он не дал таки. Не знаю, но теперь едем в Кубок ВХЛ. Где вы живете? Вратарь Жов, кстати. Еще вопрос? Вратарь Жов. А что фигурите? Ну, вы знаете, он и неплохо, он один из сильнейших игроков реактора. Самый молодой, как и есть в ВХЛ на данный момент. Самый молодой, как и есть в ВХЛ. Ну, нравится мне. Если бы мы ребята, почему не давать ему шанс, зачем он уже играет? Ради бога, почему да? Коллеги, еще вопрос? Если вопросов больше нет, всем спасибо. Банк ВТБ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВТБ.